Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас ЛП зомби-апокалипсис. Это, скорее всего, финальная серия. Сегодня мы пройдем Майнкрафт, да, сегодня мы, точнее, найдем сначала портал в Эндермир, а потом уже пройдем Майнкрафт. Скорее всего, так будет, так закончится наш ЛП зомби-апокалипсис. Ну, а мы, короче, начинаем, итак, погнали. Итак, в предыдущей серии я сказал то, что, ну, я все пропущу. Я пропустил то, как я добывал, получается, вот эти вот эндер-жемчуги, да? Вот, точнее, око эндера, вот. И, получается, ну, естественно, вот доказательства, то есть здесь, получается, у меня Незерак уже из ада есть, а в прошлой серии я не добывал Незерака, вот. Плюс еще у меня покоцан алмазный меч, он не был покоцанным, и у меня уже немного покоцана броня. Хотя, конечно, шлем очень сильно покоцан, вот, но все остальное, ну, более-менее сохранилось. Ну, кроме вот еще железный нагрудник, короче, я его скрафтил уже. Да, я там еще за кадром немножко подобрал железка, вот. Ну и в принципе это все, то есть берем, короче, воду, выкладываем ненужные ресурсы, потому что, ну типа, зачем нам ненужные ресурсы в воду? Но вот это вот нам нужно будет для того, чтобы уничтожать мышки, да. В общем-то, я думаю то, что мы сегодня сможем пройти, ну если не сможем пройти, но надеюсь вообще то, что сможем пройти, конечно. Короче, если не сможем пройти, то будет, конечно, плохо, но в общем-то, ну, я не знаю, серьезно, как это объяснить, короче, вам. Вот, видите, даже тут мечи попадали у меня с этих скелетов, короче, адских. Ну, забыл, как их называют, боже, серьезно. Короче, да, вы поняли, тут кого я имею в виду. Скелетов и сушителей. Да. И, в общем-то, давайте-ка отправляться. Только нам тут немножко зомбари мешаются. Я, правда, даже не знаю, куда мне идти. Короче, о, нет. Подожди. Так, ладно, ничего страшного. Мы сейчас быстренько просто убежим. Ох, немножко подвисает. Я извиняюсь за подвисание. Вот. Вроде бы от меня зомби отстал, но не факт. Надеюсь, что отстал. Да. Но я предполагаю просто то, что нам туда идти куда-то. Так, а вот это плохо. Он не отстал от меня. И да вы издеваетесь нафиг. С двух сторон. Ну, конечно. Ой, что это было? Ладно. Это странно. Так, ладно. Давайте-ка спустимся вниз. Я хочу снизу посмотреть. Хотя нет, наоборот. Мне кажется, нужно наоборот повыше забраться, чтобы не потерять око. Вот. У меня, кстати, 23, то есть я с запасом добывал, да, вот. Как я и сказал, я добывал за кадром, чтобы было, ну, ну, у меня в этом ЛП только все связано с зомби, да. Ну, в общем-то, идем дальше, то есть у нас, получается, как бы в аду нету зомби, поэтому, да, там нету ничего связанного с зомби. Ну, типа как, есть, но не совсем. Короче, нам куда-то туда идти нужно. Поэтому идем, да. Это зомбарей тут, офигеть. Я не думал то, что в пустыне настолько много будет зомбарей, офигеть. Я понимаю то, что это мод типа на зомби-апокалипсис, но не настолько же много тут должно быть зомбарей. Офигеть. Я просто приофигел сейчас.
Вот и остров. Так. Походу, тут и будет, скорее всего. Да? Ну. Портал. В Эндермир. Эндеркрепость. Куда-то, короче, туда ведет. Опять же, нас ведут. Так. Скелет, пожалуйста, не стреляй меня. Я понимаю то, что тебе сложно не стрелять меня. Но... И... Да блин. Есть. Но мне нужно, чтобы ты в меня не стрелял. Не стреляй, не стреляй, не... Хватит. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау, нет! Ну, короче, я знаю эти координаты теперь, и теперь мне нужно будет вернуться на эти координаты. Зашибись. Итак, я вернулся, короче, да. Я смог вернуться на эти координаты. Вот. Так что идем дальше. Там меня подзорвал просто немножко крипер. Да, из-за этого все пошло не так. Что? Мангровое болото! Офигеть! Офигеть! Мне впервые в выживании попадается мангровое болото. Так еще и смотрите, какая классная генерация вообще. Типа скалы, прикольно. Вот. Мангровое болото в скалах, офигеть. Так, ой, блин. Ненавижу вот эту вот фигню с экраном, которая происходит иногда. Офигеть. Я впервые серьезно в выживании в мангровых болотах. Вот. Короче, капец какой-то. Опа! А это что у нас тут такое? Так, мне интересно... Око немножко назад полетел. Так, а вот это уже интересно. Нам туда, короче, нужно. А я тем временем проверю портал. Ну, точнее, не портал, а проверю. Короче, нам золото не нужно. В принципе, тут мало что нам может пригодиться. Да. Фигня, короче. Сейчас я кинул, и оно куда-то вот туда вот полетело. Все. То есть я теперь не смогу тот жемчуг забрать. Ой. То есть тупо в мангровых вот этих вот лесах все. Это капец какой-то. Мало того, что здесь... понимаю. Офигенно. Круто. Очень круто. Опять мне придется возвращаться на координаты. Хорошо, что у меня есть координаты тут. Итак, я вышел из этого гребаного леса, да. Я не покажу вам, как я это сделал, потому что я забыл включить запись. Да. Ой, боже мой, меня несколько подлагивает. Мы теперь в джунглях. Зашибись. Так, куда мне теперь? Назад теперь. Угу. То есть портал прям пипец как рядом. То есть он прям где-то тут. Так, ладно, давайте-ка чуть-чуть отойдем от них. И, короче, я начну копаться здесь.
мы почти на минусовой высоте. А на минусовой высоте меньше спавнится эндер крепости. Ладно, я вас понял. Здесь заспавнился эндер крепость. Ну что, классно, я нашел эндер крепость. У нас есть эндер пёрл еще один. Зашибись, круто. Но, походу, сегодня мы не пойдем в портал. Во-первых, мне нужно найти сам портал. Давайте-ка это сделаем прямо сейчас. Так, а во-вторых, я не знаю, сегодня мы и так, у меня и так серия получается очень долгой. Ой, здрасте, мистер Крипер. Да блин, ладно. Что-то мне не получается с мистером Крипером в последнее время договориться, я уже вижу портал. Так, спокойно, 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 спокойно. Не надо тут. Так. Все, ура. Так, на всякий случай закрою. И у нас тут два глазика. Нам повезло. Хотя, конечно, в принципе, так-то все равно. Потому что нас и так много. И, в общем-то, па-бам. Все. Только я кровать не взял, и теперь я понимаю то, что я буду возрождаться не тут. И значит, получается так, что у меня только будет одна попытка для того, чтобы убить дракона, да. Но это уже в следующей серии. Если мы не сможем победить дракона, то я, наверное, мне придется возвращаться сюда. Но уже, скорее всего, с кроватью. Ладно. Короче, давайте-ка так уж и быть облутаемся тут. Но... Так, я записал координаты, теперь давайте-ка лутаться. Да. Ага, здесь уголь. В принципе, уголь нам нужен. Для того, чтобы сделать факела. А у нас досок практически нету. Зашибись. У нас... А, ну, в принципе, тут есть доски. Надо было доски, наверное, взять. Ну, как-то не подумал. Бывает. Так, у нас теперь есть побольше факелов. Прикиньте, как мне повезло с тем, что я рядом с крепостью был. Офигеть. Ой. А вот это плохо. Так, я отбился от зомби. Это хорошо. И плохо то, что я умираю. Все-таки библиотеку я нашел. Ну, в общем-то, наверное, на этом мы закончим. То есть сейчас я посмотрю, что тут есть, и на этом можно закончить. В общем-то, короче, получается так, что у нас в сундуке была книга на зачарование «Защита 3». Больше ничего тут и не было. Вот, то есть на втором этаже тупо ничего нету. В сундуке там просто книги и... Короче, бумажки, да. В общем-то, на этом все. Да, пока что на этом все. Я потом за кадром еще посмотрю немного, побегаю по этой крепости, да. И, в общем-то, дальше там посмотрим. Вот. Скорее всего, ну, как бы, мы в следующей серии завершим этот ЛП. На этом все. А с вами был Гоша Севич. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои топовые комментарии. Делитесь с друзьями, также не забывайте нажимать на колокольчик. Всем до встречи и всем пока-пока.